Думают, что шуточная. Ну нет. Немножко почитаю, вот такой вариант, как есть, да? Меня можно прерывать в другом месте. Меня? Теперь, когда кругом лишь суррогаты, спасибо скажем папе с мамой им. Мы не глухие, не слепы, не рогаты. Рисуем, пишем, странно уж самим. А ведь могли бы лежать и шевелиться на дне такого мутного пруда, где раку с рыбой незачем делиться креветкой, что добыл не без труда. Все труд. Да труд. По-нашему работа. Она еще чугуннее, чем была, и человек. Хотя кругом суббота, под ней лежит. И не питает зла к ее ступням тяжелым или к пальцам, кошмарно липким, как лечебный воск. Все тягостно прорвешься к струнам, к пяльцам, тогда, возможно, чуть остудишь мозг. Усталый, как военная подлодка, буксующий на каждом январе, давно другая сделалась погодка, ушла привычка к снам и о заре. Ушло и то, и это. Вот период буксует все, передний и задний привод буксует, как танцует. Не втерпешь воскликнут люди, все сюда грабеж. А ограбили, все уж растащили, чего мы сами не дорасточили. И вспомни бабушку. С ней дружбы никогда не получалось, вот же ведь беда. И ничего не вижу с нею, кроме той сцены, где обижена до крови. Сижу на супе где-то на крыльце, а бабушка с усталостью в лице мне говорит: всему бывает мера, не будь назойливой, будь поскромнее, Вера. Ну, ничего себе назойливость, нескромность, вот и они во всю свою огромность. Прошла, конечно, пара сотен лет, в один конец был выписан билет, и без возврата, кстати, без возврата. Здесь ни сестры, замечу я, ни брата. Такая местность, таковы стихи. Теперь, когда кругом лишь суррогаты, спасибо папе с мамой. Не глухи, не слепы мы, ни хромы, ни рогаты. Мы невозможные, сухие, злые, те, кто спит в одежде, видит в темноте, играет на одной всего струне и с бабушкой своей наравне. Такое другое. Ну, тоже внучковатое. Пару лет назад отправлялась, ну, в общем, вдаль. Никакой музыкой не успевала оснащаться. Дорогой мой друг, бесценный Наум Моисеевич, давным-давно, при любой погоде, в виде бури, грозы, дождей, котлет, я слежу за вами. Я будто смотрю кино, где вы снова и снова заняты уже столько лет. И опять получилось, кому бы ни возражал, вот опять приехал, снимается, грузин, но не сагбен. Из него, полагаю, точно получился бы Жан Вальжан. У него-то, мне кажется, собственно, подучился и Жан Кабен. Очень вами горжусь. Сократовской простотой, гомеровской слепотой, вашим детским мужеством, этой подлинной красотой. Не от того, полагаю, Бостон не сросся с Москвой, не от того, что там нравы, порядок вещей другой, а от того, что Коржавину с круглой его головой надо как минимум два континента иметь под ногой. В завершение скажу, распишусь и на этот раз. В этом мире, полном плохих и хороших книг, совершенно не книжных, а нежной любовью любит вас, может, даже и не последняя из известных вам Вероника. Ну, про что вам спеть? Я буяню в последнее время. Кто читает Фейсбук, тот немножко степень моего буянства видит. А кто не читает, тот видит меньше.